городе Донецке славном медицинский вуз представим. В нем особая есть крепость. Это наш правком студентов, главный в крепости боярин. Это я, Руслан Жиляев. Профсоюзная организация студентов является самой массовой студенческой организацией в нашем Донецком национальном медицинском университете и всегда стоит на страже защиты социальных прав студенческой молодежи. Заботится о студентах льготной категории, старается оказать материальную помощь всем студентам, которые нуждаются в таковой. Также развивает разные интересные направления. Это волонтерское движение и спортивно-оздоровительное направление. Культмассовый сектор занимает особую нишу во внеучебной работе нашего университета. В нашей крепости есть двери. Что за ними, мы проверим. Профбюро – это организация, которая помогает студентам реализовать себя и представляет их интересы в различных направлениях. Мы – редакционная коллегия правкома студентов. Глаза и уши нашего университета. Нашей задачей является рассказать в самых ярких красках о мероприятиях, фестивалях, концертах, научных конференциях, которые проходят не только в стенах нашего вуза, но и за его пределами. Массовая комиссия контролирует работу остальных комиссий правкома студентов. Мы обеспечиваем слаженную работу актива нашего университета. Спортивно-оздоровительная комиссия правкома студентов занимается организацией и проведением всех спортивных мероприятий университета. Добрый день, дорогие друзья! С вас приветствует телевизионный канал нашего родного университета МедТВ. Мы можем долго рассказывать о том, насколько крут, интересен и полезен наш канал. Но вы можете убедиться в этом сами. До встречи в эфирах! Лично-бытовая комиссия правкома студентов и добровольный студенческий бюрократ поддерживают порядок на университетских мероприятиях и обеспечивают комфортную жизнь студентов в их общежитии. Массовая комиссия объединяет всех творческих личностей университета. Каждый из вас может сделать что-то приятное, веселое и доброе на этой сцене. Культурно-массовая комиссия. Мы творим настроение университета. Волонтерский клуб университета имеет давнюю историю. Активно развиваются 8 направлений. Более 500 студентов готовы прийти на помощь всем нуждающимся, гордо оправдывая благородное звание врача. Студенческое самоуправление – это та активная, движущая сила, которая ведет совместно с профсоюзом всех наших студентов вперед! Вот такой он, дом родной, медицинский наш правком. –